Добрый день, с вами Александр Сударев. У меня для вас есть отличная новость. С 15 декабря началась новогодняя акция в проекте «Двигатели Дуйнова». У вас есть возможность приобрести инвестиционный пакет на $2000 или $15000 на условиях 5-го этапа финансирования. Воспользоваться акцией вы сможете вплоть до 25 декабря включительно. А это значит, что у вас есть возможность стать участником проекта на самых выгодных условиях. Также стоит отметить, что приобрести акционные пакеты можно как единовременно, так и в рассрочку. А теперь давайте сравним текущий дисконт и дисконт акционного пакета. Сейчас на ваших экранах вы видите три строки с дисконтом для рассрочки на 20 месяцев, 10 месяцев и единоразового приобретения пакета. Как вы уже успели заметить, разница весьма существенна. Подведя итог, можно сказать следующее. Если вы успеете воспользоваться новогодней акцией, вы получите на 144 тысячи долей больше в пакете на $2000 и на 1 215 тысяч долей больше в пакете на $15000. Помните, что скоро в проекте планируется смена инвестиционного этапа и, соответственно, стоимость дисконта серьезно возрастет. Всем привет, друзья! Такая вот хорошенькая новость. И чтобы воспользоваться акцией, вам нужно пройти в раздел «Инвестировать» вот сюда. И здесь вы увидите синим цветом выделенные пакеты, на которые распространяется акция. Вот $2000 и $15000. У меня такой пакет есть, я заранее его приобрел. Но у вас сейчас есть возможность. Я не буду говорить о 15, я вам скажу о $2000. Вот, на 20 месяцев в рассрочку по цене $100 в месяц. Вполне вменяемая сумма для своего будущего. Ваш актив, это ваш актив на будущее, друзья. Подумайте об этом. Вот, я воспользовался этим раньше, но сейчас идет 7-й этап, а вы можете инвестировать по ценам 5-го этапа, а это в разы дешевле. И еще одна хорошая новость. Внутри кабинета вы увидите такую вещь: сделать новогодний подарок, подари другу 100 инвестиционных долей проекта Дуйнова. Ребят, я не знаю, лучше подарка не придумать. Что нужно сделать? В преддверии новогодних праздников у вас появляется уникальная возможность подарить близким и друзьям 100 инвестиционных долей проекта «Двигатели Дуйнова». Подарок можно сделать только человеку, который еще не зарегистрирован в личном кабинете в проекте. И только в период с 20 декабря по 10 января. Для этого вам необходимо нажать на иконку «Сделать новогодний подарок» в левом верхнем углу главной страницы личного кабинета и зарегистрировать нового участника, заполнив нужные поля на странице, и нажать кнопку «Сделать подарок». После этого вашему другу на почту придет письмо с уведомлением. Обратите внимание, 100 инвестиционных долей будут начислены вашему другу сразу же после активации подарка путем прохождения по ссылке в полученном на e-mail уведомлении. Но для того, чтобы доли остались на счете, он должен пройти процедуру верификации в течение 1 месяца с момента активации подарка. В противном случае подаренные доли сгорят. Друзья, шикарно, шикарная возможность. Воспользуйтесь ей. Воспользуйтесь, мой вам совет. Приглашайте людей. И смотрите, это же не просто там шоколадка или бутылка шампанского, а это акции, которые будут дарить дивиденды вашему другу всю оставшуюся жизнь. Ну вот такие вот новости, друзья. Вот так вот нажимаете. Я воспользуюсь этой возможностью однозначно. Тут даже к тетке не ходи. Вот, я заполню здесь все поля и вышлю другу 100 акций. Делайте добро, и вам зачтется. Все, удачи всем, друзья. Новогоднего настроения, хороших заработков. До следующих публикаций.